И перед самым выездом мы заметили очень интересную экспозицию. Она выполнена в виде такого вот поезда, длинный, снаряженный, и он весьма реалистичный. Помимо того, что он наверняка все-таки это не муляж, а настоящий поезд, здесь еще также есть вот такие вот включения. Люди почти как живые. Мы сейчас в ночи ехали и посчитали, что здесь скопление большое людей, вокруг почти никого нет, мы одни, но вот они, фронтовики, здесь дальше танк едет, смотрите на этих ребят, все они как живые, все смотрят на нас. Дальше в составе танк. Точно название не знаю. Танка. Смерть фашистскому зверю. И вот такие вот еще. Дальше зенитки и пушки. Все опять-таки реалистично, правдоподобно и очень интересно. Что, смотришь на этих ребят, ты страшно становится, да? Как живые отправляются на фронт. Кажется своим выражением. Вообще, офигеть, тут, короче, чудеса какие-то творятся в этой края. Мне чувствуется давление. Не знаю. Кто-то улыбается. Кто-то с грустью смотрит вперед. Наверное, так это все и происходило.